Другим темам. Жители села Баенда в Мангыстауской области жалуются на нехватку питьевой воды. Регион потребляет опресненную морскую воду. Более чем 8 тысяч сельчан. Дефицит ресурса уже образовался, несмотря на активный сезон потребления не наступил. Люди считают, что местные чиновники намеренно экономят воду. Стороны выслушала Жанна Армасугутова. Жители села Баянды возмущены, что проблема с водоснабжением не решается третий год. Людям приходится заказывать водовозы. По словам сельчан, лето еще не наступило, а цены за одну машину воды взлетели до 5500 тенге. Киде ахса киде ахпайт вообще судыгин. Мне казыр бүгін мынаны қосып отыр. Кеше ананы қосқан да, қарап отсаңдар бұлар суды өздері экономда отыр, и суды басқа жаққа жіберіп отыр. Жылда мен білемін суды қайда жібереді. Рексусқа жібереді, басқа ештеңе жібермейді. Белгілі зат. Жылда осы жазда біздің судың айқайы мәселесі. 1300 домов села Баянды подключены к магистральному водоснабжению. На селе стоят две водонасосные станции. Коммунальщики считают, что объема воды должно быть достаточно для населения. Блокистердин барлыгынын үйлөрүндөгү сууну тарткан жүйөлөрү булар биринчи кудукка куюп алат. Сосын кудуктан үйгө карай алат. Кудукка куйгандан кийин мына жиберген суудун барлыгы корум менен барган биринчи кудукка куюлат. Бул кудугундагы 4 куб, 6 куб, 8 куб кудук толгонча алар эч ким сууну жаппайт. По словам жителей, воды достаточно только для первой линии домов. До прихода воды в более отдаленные улицы ресурс попросту заканчивается. Но аким села поспешил заверить сельчан в том, что это временная ситуация. На узмиздеге бұны естем на суд, что кондырғысы орналасқан, бұлтырғана сенімгерлік басқаруға берілген, әлекі жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне. Ол серіктестік қазіргі кезде 550-600 куб күнделікті тәулігіне су шығарып жатыр, өндіріп. Сонымен бірге қосымша аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес Каспий су тұщыту заводынан көмек ретінде 500 куб үстіндегі жетпеген 1000 кубқа дейін жеткізді. По словам акима села, в ближайшее время компания по опреснению воды обещает увеличить объемы продукции. Поэтому до лета вопрос о 100% водообеспечением села решится. Однако люди сомневаются. Обещаний, как и воды, им приходится ждать несколько лет. При этом они готовы оплачивать коммунальные услуги по водоснабжению дороже в 2 раза. С апреля тариф на воду поднялся с 70 тенге за кубометр до 120 тенге. Жанна Армасугутова, Мухаммед Жаткам, Атамикен Бизнес.